Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олха. Так, Беззубик вернулся. И что же мне он принес? Рыбу, древесину и 24 руны. Маловато это, маловато. Так что отправляем мы его на дальнейшие поиски. А пойдет он у меня искать кого? Даже не знаю, ребят, кого нам искать. Давай-ка спустимся сюда вниз и посмотрим. Вот, например, нет у нас Мрачнозуба. Пускай тогда идет его и ищет, верно? Так, ну что? Давай, наверное, заберем здесь награды. А, какие награды? Мы только отправили же, точно. Еще рано. Так, 4 руны, ну это понятно. Так, а почему мы его не отправили-то? Молодец, Рэй. Посмотрел, а продолжить-то, конечно же, нужно. Все, ребята, внутрь, пускай летит. Сарделька полетела, Барсик. Зачем я зашел, ребята, второй раз за день в эту игру? Ну, для того, чтобы закончить события. Я думаю, что многие догадались уже. Так, ну-ка давай на кораблик лети. И Громгильда пускай летит. 400 железа гарантированный успех вот этого яйца. Вы серьезно? 400 железа? Да, расценочки у вас, конечно, тут заоблачные. 400 железа, ребят. Если бы у меня было. Да будьте 5 чего-то там. Непонятно чего. Так, давай-ка лети опять за железом. Железа нужно очень-очень-очень много. Я так скажу тебе по секрету. Ну, я думаю, ты и так понял, да? Так, стоп. 450... Рыбы нужны. 45 миллионов рыбы у меня пока столько нету. Так, домик завершился у нас, да? Улучшение. Ну да. Улучшение, все. Так, Буйволорд. Требует 500 древесины, 500 миллионов древесины, чтобы отправиться опять на поиски. А вот и модификрылка вернулась. Отлично. Так, тоже требует 500 рыбы. Здесь нам еще ждать, ждать и ждать. Ладно, я отправлю, наверное, нашего. Пускай летит. А вот что-нибудь хорошенькое да привезет. А ты что прохлаждаешься? Давай, лети за рыбешкой. Такс. Какой-то там уровень-то у меня получил. Ты вообще еще юнец. Хвостояр. Лети, прокачивайся. Так, ну что, посмотрим, кто у нас еще тут. Это что такое? Крылатый ужас. Ага. Этот уже принес. Молодец, красавчик. Давай-ка лети дальше. Еще железа нужно нам много, поэтому пускай идут все на поиски. Эти вон два еще там где-то ищут. В общем, все хорошо. Давай-ка здесь заберем награды. Так, и события. Тут 200. Воу. Так, мы получаем. Слушай, по-моему, сейчас у нас там будут зубочистки, да? 250 штук. Чётенько. Ребята, вот хотелось бы, конечно, получить еще 500. И вот тогда, если мы получим 500. Если мы получим 500. Слушай, мы с тобой возьмем премиум рогобоя. Если мы заработаем еще 200 зубочисток. Ребята, есть все шансы у нас. Я хочу посмотреть, может быть, какое-нибудь тут событие. Так, отправьте Беззубика в путешествие 20 раз. В принципе, это реально сделать. Проведи обмен любого дракона. Это как понять? А, любого дракона. То есть, ну вот здесь, да? К сожалению, пока я никого не могу обменять. Кораблекрушитель, защитник. Да, пока не могу, ребят, ничего обменять, к сожалению. Так, ну-ка подожди, 6 дней. Что у нас тут еще? Нам не хватает буквально 40 очков. Может быть, где-то есть что-то поблизости. Отправьте Беззубика. Так, это понятно. Что-нибудь такое, что можно вот-вот получить. Выполните 9 ежедневных заданий. 9 ежедневных заданий, да, значит. Так, какие у нас там еще задания-то есть ежедневные? Использовать катапульту для защиты Олуха. Что еще тут? Ну давай, используем катапульту для защиты Олуха.
Ну, давай так вот сделаем. А, мы можем вот сколько же заказывать. К бою, друзья. Подожди, к бою. Конечно же, беззубика-то у нас нету. Зачем мы его берем? У нас полетит... Кто у нас полетит? А вот кто... Нет, подожди, этот сюда. Вот. По-моему, у нас солнечники, да? Хорошо бомбят. Я, конечно, могу ошибаться, но мы проверим. Это пропускаем. Защитите олух. Ну, проверим, насколько он... Так, хорош там пулякать. Сейчас мы этот кораблик ко дну пусть... Ох, смотри. А, ну это маленькая лодочка, понятное дело, что тут не хватает, говорит, энергии. Теперь-то хватает. Давай сюда. Так, сколько? 8 энергии, да? Блин, 8, нам надо еще чуть-чуть. Ключ, потеряем ключ. Да запинайте вы хоть кого-нибудь-то там уже. Вот. Давай вот сюда вот, в помощь. Ж, смотри, как они шпарят. И мы можем, кстати, помочь. На-ка тебе. Так, один ключ у нас в минус ушел, да? Бомбим, 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 что есть мочи. Давай, давай, давай. Это хорошо так вжаривает, да? Прям красавчик. Ну что там, ну не можете что-то пробить. Втроем плюют по этому кораблю и не могут ничего сделать. Посмотри, а. Не хочу просто еще один ключ потерять. Есть, друзья мои, есть. Все, один кораблик мы с тобой тут оставили. Победа, как ты видишь. Раз, два, два ключика мы с тобой заработали. Давно их, кстати, не было на защите олуха. Очень давно. Прямо же даже соскучился. Ну, в те времена у нас было плохо все. Драконы были слабые, не прокачанные, теперь все нормально. Чем больше кораблей вы потопите, тем больше их призраков будет терзать ваши берега. И вас в ваших кошмарах. Иди ты подальше куда-нибудь. Вот и все. Ключи закончились. Открыть. Не надо ничего открывать. Забираем так награду. Так, ну что, мы сделали ежедневочку. Ну, тут всего лишь-то 20, а надо еще 20. Вы... А, вот. Слушай-ка, мы еще и пак с тобой заработали. Пак плеваки. Ай, красота. Так, руночки, рыбка, руны и древесиночка. Это шикарно. Да-да-да, ребята. Ну что, забираем с тобой. Оп. И нам вот, ребята, следующая награда нужна. Обязательно. Понимаешь? Ну я думаю, что мы успеем все-таки сделать. Так, отправьте беззубика, это понятно. Соберите 30 предметов для обмена в любом режиме. 30 предметов. Нужно 200 очков, ребята. Фу-фу. Отправьте дневную фурию. А, ежедневники мы все с тобой сделали, да? Вот остается у нас отправить беззубика. Посмотреть рекламы ежедневные. 30 предметов, повысить уровень драконов на 30. Выберите тропу в приключении 10 раз. Ускорьте действие 10 раз. Откройте 12 наборов карт. Выполните 10 ежедневных заданий. 9, да? Ежедневных. Ладно, время есть, друзья мои, так что все окей. Пока мы... Нормально все у нас. Громорог, скорее всего, будет наш эпический. Ну что, открываем бесплатный пак. Монетки Один, это хорошо. Плюс начиночка Костолом Шарморез Древоруб. Капелька ресурсов. Ну и рекламный тогда заодно. Монетки Одина. Ну и сама начинка. Громобой, Кревет, Вострозуб. Капелька ресурсов, отлично. Все это закрываем. Этих за древесиночкой отправляем. Нечего им тут прохлаждаться, сидеть. Наши легенды там что нам принесут? Сломанный меч, тусклый янтарь. Вперед, как говорится, на следующее приключение. И ты мне принес гнездо и опять же тусклый янтарь. Все, идет дальше искать. Так, 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 так. Этот что у нас? Этот прокачался. Давай это уже ему... Вот так вот сделаем, пускай летит дальше. Занимается.
Подожди-ка, у нас там по заданиям кто должен? Тайфумеранг. Тайфумеранг, он где у нас? Вот он. Что он там должен нам сделать по заданию? Он должен нам добыть древесину. 50 тысяч. Надо его, наверное, подкачнуть чутка, да? Чтобы он нормально собирал. Так, ты-то что тут стоишь? Дергаешься. Давай тоже прокачивайся. Вон, лети. Будешь у меня становиться титаном. Так, кто еще тут у нас достоин подкачаться? Есть такие храбрецы? Или нету? Так, у нас есть тут полуостров такой маленький, да? Где вот сидят и балдеют некоторые экземпляры. А, все. Ледомор, ты уж извини, не хватит нам. Нету места уже, все там забито. Так, ладно, идем на события, смотрим. Да-да, примитивный удар. У нас с тобой 3 энергии накопилось из 5. Ничего страшного, если что-то докупим, да, я думаю. Но события это нужно будет пройти. Потому что завтра я ухожу на работу, как вы знаете, по 12 часов, 2 дня, то есть 2 суток практически меня не будет. Так, ну что мы тут имеем? Мы имеем шепот смерти, мы имеем змеевика и мы имеем водореза. Естественно, начинаем с шепота смерти. С шепот смерти, так. Ага. Блин, я боюсь, мы его не добьем все-таки. Промахнулся. Отлично. Так, так, так. Ну, кривоклык его уничтожит, понятное дело. Мы тут в сметку. Дальше что, делаем сюда, наверное, да, акцент? Хильнуться мы сможем. Так что не волнуемся пока. Давай залечим раны. Тем более у нас кривоклык в некомфортной зоне, в такой, так скажем, да, с нанесенным, причем приличным уроном. Этот будет блокировать? Блокир... Смотри-ка, не стал он ничего блокировать. Значит, делаем укус. Атакуем и вешаем слепоту. Вешаем слепоту, чтобы он тут не рыпался. А он сейчас 100% будет делать суператаку, да? Смотри-ка, нет. Тогда расписываем. Все, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас опять же шепот смерти. Парящий прихвостень здесь. Так, что нам сделать? Начнем, наверное, вот с этого партизана. Жит. Так, этот будет сейчас пламенем, наверное. Конечно же. Да ладно, ты не смог пробить этого шитика. Кривоклык, ну совсем ты, совсем хандришь. Повезло тебе, что он промахнулся. Так бы сейчас сушили весла бы здесь. Что делаем? Ну, ты бивай, что делаем? Ничего особого не сделаешь. Так, этот сейчас фаерболом добьет. Это понятное дело было. Этот сейчас пшикнет что-нибудь. Ну, а мы пошли на пробивную. Минус. Зачем я сделал укус, когда можно было понизить ему броню, ё-моё. Поспешил маленько, поспешил. Ну ладно, это не критично, ребят. Это не критично. В любом случае, здесь победа будет за нами. Отлично, главное, чтобы игра не вылетала. Давай-ка крутанем колесо. Наше, удача или неудача. Опа, плод мудрости. Шикарно. Ну что, забираем с тобой обычный пак. Переходим на мини-босса. Мини-босс, потом обычный бой. Забираем пак. В общем, самое интересное начинается именно с прогресса в 70%. Поехали. Пока наша команда очень неплохо рулит. Два, я смотрю, здесь кривета нас встречают. Ну, как встречает, так и улетает. Ребята, первая серия, которая у меня лежит, да, опять же, уже выложил ее с утра, но музыка, понимаешь, вот эта вот рождественская, которая играет, такая милая музыка, она запрещена, понимаешь, на нее авторские права. И поэтому мне пришлось эту серию переделывать. Она до сих пор переделывается, потому что там 3 или 4 фрагмента присутствия музыки, да, которая запрещена. И я не могу выложить видосик. Понимаешь, в чем дело? Поэтому, если не будет здесь музыки или будет очень тихо, ребят, не пугайтесь, это сделано для того, чтобы
YouTube разрешил выкладывать видосик без штрафов. Вот так я тебе скажу. Ну-ка, что у нас тут? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Здесь какой здоровый. На тебе. Стоит он. Слушай, наверное, я все-таки сделаю броню. Понижать буду. Так что, как бы, наверное, получится у нас сразу две серии. И это, точнее, и та, которая до сих пор еще перерабатывается, переделывается. И вот это вот будет выходить. Да что ты творишь-то? Не можешь бомбануть, что ли? В понижение брони. Сразу, как с куста. На тебе. Давай, барсик, готов? И добиваем. Так, остается у нас тройной удар. Кусь-кусь. Барсик. И добивка. На тебе. Шик и блеск. Крутанем и заберем с тобой мы рыбу здесь. Рыба здесь нужна нам. Ну что, двигаемся с тобой на обычный поединок. У нас еще одна энергия, то есть нам хватит... нам хватит с тобой даже завалить мини-боссика. А вот на босса придется, ребята, брать откат. За 65 рун. По-моему, столько стоит. Ох, а здесь-то смотри-ка, в чем беда. Здесь у нас два стража. Причем это громобои. Это не очень хорошо на самом-то деле. Стражи эти сейчас начнут своими суперударами бомбить, как всегда. Поэтому надо их быстренько очень уничтожать. Здесь просто кусанем, потому что наверняка сейчас будет суперудар. И нам нужно будет еще с тобой залечить раны. Ты понимаешь, да? Вот таким вот образом. Раз, два. Сейчас будет укус. Или что? Нет, не укус. Ну, мы уничтожили этого. Переходим на последнюю волну. Я смотрю здесь. Так, погоди, с кого бы начать-то лучше? Какой ты, а? Жутик. Давай вот так сделаем. Стальной капкан нужно уничтожать. Но это не именно стальной капкан, это его сородич. Но он вредный, он делает удар хвостом, отнимает еще при этом энергию, которую мы с таким трудом копим. Так, хиляемся опять. Я удивлен, что этот себе не повышает атаку. Удивительно. Обычно он сразу же повышение идет, это же клыва-крив. Клыка-крив. Давай, докусаем его. И громобой. Этот громобой у нас, по-моему... Да, это громобой защитник. Он, если брать из всех громобоев, самый слабый получается. Самый слабый, я имею в виду именно по исполнению атак. Именно атакующая магия. А если брать другого громобоя, который с очками, с такими, да? Очки пилотные на голове, тот будет мощнее этого. Ну что, очередное колесо. Крутим, получаем с тобой древесину на этот раз. Древесина тоже не помешает. Вообще ресурсы нам уже не помешает. Раньше я... Зачем они нам нужны? Да не нужны нам, поверь. И очень много их нужно. Так, содержание элитных. Ага, шторморез, пристеглов, громобой защитник и громорог. Сарделечка. Ну что, ребята, придется теперь покупать 65. Поехали. 65 и еще 65. Ну, хорошо они меня тут обуют. На 130 рун. Так, ну, в принципе, эта волна не особо страшная здесь. Два штормореза, это фиг... Оу, зачем я начал делать-то не то, что надо? Мне же нужно шторморезов бомбить. С этим-то мы разберемся, фиг с ним, поехали. Так, сейчас начнут понижать броню, наверное, или защиту. Что-то начнут понижать, это однозначно тебе говорю. Надо только посмотреть, что именно. Защиту. Так, ну-ка, опа. Сейчас пшикнет сюда, верно? А, ты кусать решил. Так, отвали. Твою налево, что творит, а? Придется вот так вот сделать. В целях безопасности мне пришлось его вот так, ребята, хильнуть.
Так, интересно, будет нет, хиляться он не успеет. Ну, как всегда, со своим понижением он, конечно, тут выпендривается. Этот почему-то не отстает от моего кривоклыка, как я посмотрю. Так, добивка-то будет. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Смотри, что достало, а. Так, удар. Хиляться надо, наверное. Сейчас суператака будет. Твою дивизию, а. Посмотри, что вытворяет. Я его не успею, да, закромсать. Ладно, делаем тогда вот так вот. Оу. Что я сделал-то? Ладно. Вешаем слепоту на него. Вешаем на него слепоту. Пускай он там барахтается, что хочет, делает. Ну, естественно, естественно, он на штормореза будет прыгать. Давай, кривоклык. Отлично, нам бы хильнуться бы, если честно, на дорожку. Еще вторая волна, как говорится, будет. Ну давай, добивай. Так, смотрим. И они первые ходят, ну, фу ты, повезло, что он. Так, так. Лечимся, ребята, лечимся. Так, добьешь? Нет, не добьет. И сейчас эти партизаны начнут. Ну и куда же им еще бомбить? Естественно, в штормореза. Естественно. И этот, наверное, добьет, да, партизанище? Угу. У тебя не получилось, парень. У тебя не получилось. Но это ничего не меняет, ровно счет, ребята, потому что сейчас начнутся очередные напасти. Все, сейчас уничтожат его. Даже так? Ну давай. Давай. Шторморез, извини. Пришлось вот так вот пожертвовать. Чего? На тебе. Так, все, они напросились, друзья. Они напросились. Так, на тебе. Че ты не вешаешь-то? Давай, давай, брыкайся, брыкайся. А мы теперь в ответочку. Плюс укусик. Ну все, и вон и ход последний сейчас будет. Дальше мои ребята его уничтожаем, я тебе скажу так. Все. Ну что, давай крутанем. Заберем с тобой опять же рыбу. И переходим на последний поединок. 200, друзья мои, рун будет разыгрываться. То есть мы с тобой отобьем те руны, которые потратили, да? Мы потратили 130, 200 заберем. 70 в плюсе. Отлично. Хотя бы не в убыток сыграли. Ну что? Вот, вот, ребята, видишь, вот это с очками он у него. Или это не очки? Ну, выглядит, как будто у него очки на голове там. Вот это вот намного сильнее, чем тот, который защитник громобой. Так, кусает, отлично. Пускай лучше он просто кусает. Этот будет что делать? Ну, трать энергию. Опа. Опа, пули. Он повышение атаки сделал. Хо-хо-хо-хо-хо, друзья мои, не знаю. Твою дивизию, давай, наверное, так сделаем. Сейчас будет бомбить. Ты серьезно? Промахнулся? Ну тогда уж извини. Смотри, смотри, неугомонный какой-то. Все забафать хочет. На тебе. Ну все, хорош. Опа. Все-таки влепил, да? Все-таки... Так, что нам сделать? А нам надо хильнуться. Нам надо хильнуться, нам надо куснуть. Ты! Да, братишка, тогда получай. Все, тебе крышка, я скажу тебе. Вот так, ребята. Ну что, три костолома, ребят, три. Даже не знаю. Будем бороться до последнего. Конечно, если они сейчас все будут делать свои суператаки, вот эти вот у нас обычные огнеплюи.
Этот у нас, по-моему, станет. Поэтому начнем с него. А, ты огнеплюй. Странно. Ну, хорошо. Попутал маленько почему-то, ребята, я. Ладно. Слушай, почему? Мы сейчас, наверное, быстрее главаря завалим, чем этого зеленого. Барсика бомбану сейчас, да? Слушай, нет. Я, наверное, позволю себе вот такую шалость маленькую, ребят. Все. Ну что, хмырёныш, будешь травить? Нет, не стал ничего делать он. Ну тогда тебе кронтарики. Давай мы понижаем ему броню. Делаем укус. Что он там сейчас делает? Еще отнял так мало. Все, друзья мои. Все, событие пройдено. Ну давай посмотрим, что нам на этот раз. Опять рыба. Опять рыба. Ну вот и все, 200 рун мы с тобой забираем. Итого у нас почти 600 рун. Почти 600 рун, друзья мои. Это круто, это шикарно. Так, здесь древоруб, шторморез. Древоруб, шторморез и все. Серьезно. Так, ребята, у нас 500 того, 500 этого. Давай-ка мы еще кого-нибудь отправим за железом. Так, надо только определиться, кого именно. Вот, например. Вернись. Лети-ка ты у нас. Блин, а зачем я его отправил? Ай, все уже поздно. Он же одно железо ищет всего лишь. Так, здесь 85 уровень. Здесь тоже все закрыто у нас. Этот на... Во! Лети, родной. Чего? А, мы же древесину твою же налево потратили. Так, а здесь у нас есть кто? Вот, ну блин, всего лишь два. Один вообще. Чего они такие эти-то? Ну-ка, ты-то у нас... Блин, да что ж такое-то? И отправить-то некого, прикинь? Вообще некого. Ты как там? Одно. Одно железо. Да ну, такого быть не может, чтобы вообще у нас никого не было. Столько драконов и никто не может. Ну-ка, подожди. А ну-ка, вернись. Вернись, я тебе говорю. Лети. Все, полетел он за 7 штучками. Всю рыбу мы с тобой, да? Отдали. Монета Одина. Загадочный набор кревет. Громобой, кривоклык. Ну и тут немножечко ресурсов. Так. И заберем, наверное, мы с тобой. Да, все можно тут забрать. И рыбу, и древесину. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнюю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.